Если вы устали от шумных городов, людных пляжей и туристических маршрутов, смело займитесь экотуризмом. Этот вид отдыха может быть как комфортным, так и максимально приближенным к дикой природе. Отель на дереве. Tree Hotel, Швеция. Отель находится посреди леса рядом со шведской деревней Харац. Его посетители могут заселиться в комнаты в виде летающей тарелки, птичьего гнезда, зеркального куба или других необычных форм. Хотя номера и находятся на деревьях, выглядят они современно, а за безопасность можно не переживать. Комнаты надежно закреплены на соснах в 4-6 метрах над землей. Кроме того, во всех номерах есть Wi-Fi, подогрев пола и биотуалеты. Ночь в отеле стоит от 35 тысяч рублей за человека за ночь. Отель «Гаронга Сафари Кэмп», Республика ЮАР. «Гаронга Сафари Кэмп» – это смесь летнего лагеря и сафари-парка, расположенного в национальном заповеднике ЮАР. Местная дикая природа просто восхитительна. Вы наслаждаетесь отдыхом, а рядом с вами гуляют африканские животные. Для проживания постояльцам предлагаются просторные тенты из дерева, оборудованные гамаками и огромными кроватями, а также современной плетеной мебелью. От живой природы вас будет разделять лишь занавес из плотной ткани. Стоимость эко-удовольствия начинается от 50 тысяч рублей за сутки. Липрус, Кабардино-Балкария. Отель расположен на южном склоне горы Эльбрус на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вместо обычного здания вас ждут космические капсулы, в которых могут жить 34 человека. Свет и тепло в отеле обеспечивают солнечные батареи, а водоснабжение – специальная система, которая плавит снег. Спать вы будете в спальных мешках, но замерзнуть не удастся. Полы здесь с подогревом. При размещении предлагают 3 уровня комфорта, поэтому стоимость проживания колеблется от 2,5 до 6,5 тысяч рублей в сутки. Иглу-отель, горная территория на Камчатке. Уникальный гостиничный комплекс эскимосских хижин, созданных из настоящего снега. В непривычных для современного человека отельных номерах нет ни отопления, ни ванны, ни горячей воды, ни туалета. А температура воздуха держится в пределах плюс 3 градусов. Постояльцам выдаются лишь шкуры животных, которые служат постелью, спальные мешки с индивидуальными вкладышами и подушками, большой термос с кипятком. И на этом комфорт и сервис заканчиваются. Комплекс начинает работать с глубокой осени и принимает гостей до середины мая. И номера здесь бронируют за несколько месяцев. Стоимость проживания в двухместном иглу со всеми удобствами на улице составляет 6 тысяч рублей. Основная задача экотуризма заключается в сохранении в первозданном виде уникальных ландшафтов, воспитании у людей бережного отношения к природе, а также укреплении здоровья.